Члены Центральной избирательной комиссии провели выездной семинар в областном центре по вопросам проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта. В мероприятии приняли участие члены территориальных избирательных комиссий, представители предвыборных штабов кандидатов, международные наблюдатели и представители СМИ. В регионе в соответствии с календарным графиком Центральной избирательной комиссии проводится агитационная работа с лицами, зарегистрированными в качестве кандидатов. По данным всего по Восточно-Казахстанской области, в списке избирателей включены 499 085 человек. Этот список был передан каждой участковой избирательной комиссии. Мы избираем одновременно в регионах 5 разных субъектов. Это мы голосуем по партийным спискам. За депутатов Мажилиса парламента между собой конкурируют партии. Мы голосуем за одномандатного кандидата в Мажилиса парламента. Мы голосуем за кандидата по одномандатному округу в Маслихат области и партийный список в Маслихат области. Кроме того, еще выбираем городского или районного депутата по мажоритарной основе. С 4 марта каждый житель сможет определить, какой у него избирательный участок. Лейла Слямбекова, Фатима Тлиханқызы, Диас Талғатұлы, Алтай Ақпарат.